Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы находимся с вами в Майнкрафте, версии сборки TerraFirmCraft плюс Крик Техногород. И сейчас мы сидим на лавочке, да, вот на такой вот лавочке, в нашем небольшом парке, ну, так сказать, на центральной площади, которая все еще отстраивается, но все равно уже на что-то можно посмотреть. Давненько вы не были, да, у нас в Техногороде, но хочу вас обрадовать, у нас будет стрим будет у нас пятницу, часов, так, сейчас скажу вам, 8, наверное, не, вру, это по-моему, ладно, 6-7 вечера, конкретнее узнаете потом в группе ВК, так что буду ждать всех, приходите обязательно, много что будем делать, а именно, чем будет посвящаться стрим, чуть позже вам расскажу. Вот давайте сейчас пробежимся по нашему, такому сказать, парчику. Нет, не парк, это все-таки, да, центральная площадь, не знаю, как это лучше назвать. Вот такой вот у нас фонтанчик имеется, лавочки. Стена из кустов строится, но еще не достроилась, как вы видите. Не хватает пока их. Новые нужно добывать. Вот. Также у нас уже стемнело, неплохо такое освещение. Кстати, я думал, что будет тут гораздо темнее, но хорошо, что хоть фонарей хватает. Ну и еще что хотел вам сказать насчет стрима, чем он будет посвящаться. Мы будем с вами отстраивать одну мультиблочную структуру, какую сейчас подумаюсь вам расскажу. Смотрите, видите? Вы, наверное, сейчас офигеете, что это такое вообще? Что? Какого? Что к чему? Что за безобразие? Да, я вас прекрасно понимаю. Когда я сам это увидел, когда я пришел, увидел это все, я просто сам обомлел, что это вообще такое творится. А с другой стороны, это все-таки должно быть. Вот представьте, все-таки должно быть. Конечно, чуть-чуть может тут залатать дырки и все остальное, но все равно. Это просто ахтунг. И это все так же останется. За исключением, вот на это место, мы на стриме с вами будем возводить огромную дистилляционную вышку. Именно. Как она будет подключаться, что к чему вести, как все обрабатываться. Мы это все будем делать с вами все-таки на стриме и узнаем. Испытаем, и надеюсь, ничего не рванет, и все будет хорошо. Но вот над этим проектом потрудился очень сильно СВГ. Ну и что он делает-то, хоть вам вкратце расскажу пока что. Обрабатывается нефть в центрифугах, закидывается наверх. Сверху, ну, попадает дистиллятор. Через первую микросхемку проходит, идет у нас первый химический реактор и делается сульфурик нафта. При этом, когда накапливается 7 ведер, она начинает работать, заменяя один капсулу с водородом и одну пустую капсулу. Отрабатывает, получает нафту и спускает ее вот тут вниз. Вот по этой трубе вот сюда вниз. При этом пустые капсулы отдает по трубе. Это что? А, здесь приходит ей этот нефть. Вот, по этой трубе дает капсулы. Эти капсулы. Причем, кстати, после переработки, если кто-то помнит, мы получаем вот такие вот капсулы. Гидроген, сульфарик. Сульфид. Вот. И по идее нам нужно от них избавиться. Они попадают сюда к нам. Выжимаются. Через химический реактор там другой газ перерабатывается. Это все дело относится вот в это дело. Ну, подробнее, конечно, буду рассказывать все на стриме. Сейчас вам вкратце просто скажу. Две капсулы у нас получаются пустые. Одну из них нам нужно водородом наполнить, другую просто закинуть. Для этого вот такую вот схему он придумал. СВГ. Ну, короче, интересную такую схему. При этом все заполняется, попадает одна капсула водорода, пустая капсула. И опять же по трубе этой же отправляется именно в этот химический реактор. Они опять попадают так. И вот такой вот замкнутый цикл будет на все 4 химреактора, как вы видите, вот камушки стоят. Это они показывают, что будут стоять химреакторы, уже тут все приготовлено для этого дела. Вот. Но это будем все подключать, тестировать. Надеюсь, что все заработает, так как все-таки большая дистилляционная вышка будет выдавать нам очень много жидкости. Ну что ж, посмотрим, как это все будет обстоять, конечно же. Так. Ну а тем временем,
хотел бы еще что вам сказать. А, да, вы сейчас все задаетесь вопросом, что же случилось с тем взрывом, ну, с последствиями того взрыва. Восстановил ли я все, ну и так далее. Ну, сейчас вам все покажу. Как вы видите, я все восстановил. Все с вами ручка. Конечно, мне помогали там с обжаркой глины, ну, с глиной и со всем таким. Ну, а так я все-таки все доделал. Все восстановил. Как-то так. Я очень рад. Я смог это все сделать. Дальше. Завод восстановил. Вот он, наш завод по переработке. Мы его модернизировали. Я вам, наверное, в одной из серий потом расскажу, как это у нас тут все обрабатывается, как все работает и так далее. Ну, кому будет интересно, конечно. Если вам будет интересно, у нас завод стал более компактный, более интересный. Ко всем машинкам можно подойти. Мы работали над ним часов 7-8 с СВГ вместе. Ну, а машинки, конечно же, я все до единой восстанавливал сам. То есть все крафтил, все своими ручками. Устал, конечно, но куда деваться. Вот. Ну, все остальное у нас вроде работает. Все вроде вам показал. А, ну и также еще просто покажу вам. Здесь у нас все, как помните, я подключал, все работает, все хорошо. Батареечка у нас уже две стоит. Ну, и как-то так. А, ну, все остальное, в общем, на стриме вам покажу. Наш подвал и все в этом духе. Поэтому обязательно приходите на стрим, который будет, еще раз повторяю, в пятницу в 6 часов по Москве. Ну, или в 7 часов по Москве, это я там еще уточню вам в группе ВК. Ну, а вы ставьте большой палец вверх, приходите, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы в первый раз. А с вами был Милтон, и всем пока-пока!